Shubidi wubbidi 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 wubbidi. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Хуан Ликеров. Я артист цирка. Почему я пришел на кастинг? Я артист. И сегодня я хочу показать большое шоу. Тогда приступаем. У меня в руках совершенно простое яблоко. Я поставлю это яблоко вот сюда вот. Ваша задача будет внимательно следить за этим яблоком. Если кто-то, кроме меня, подойдет и захочет взять это яблоко, вы нажимаете кнопки, и мой номер на этом заканчивается. Так. Друзья, у меня есть здесь совершенно простой блокнот с разными животными. Ситорочка, убедительная просьба. Скажите, пожалуйста, в любой момент стоп. Договорились? Итак, готовы? Поехали. Стоп. Стоп. Теперь смотрите внимательно. Я открываю сейчас это животное. Пожалуйста, убедительная просьба не читать вслух. Договорились? Чтобы я не узнал. Итак, я отворачиваюсь, поехали. Читаем, запоминаем, мне не говорим. Все, супер, тогда продолжаем. Итак, все, журнал мне не нужен. Вы видели, что этот баннер стоит тут изначально моего выступления. Вы видели, так ведь? Смотрите внимательно. Тут совершенно простой мой любимый жираф. Я немного подвину, вы не против, чтобы вы видели. Смотрите внимательно, я подвинусь. Сейчас подправлю ножки, прошу прощения. Так, ножки, чтобы поставим. Итак, Ситора, это то животное, которое вы загадывали. Если да, громкие аплодисменты, Ситора, поаплодируйте. Я руку вашу вижу, но животное другое. Я же попросил нажимать, когда... Да ладно! Боже! Что это такое? Я же попросил нажимать, если не я буду. Ну вы зачем так? Ну, я же попросил нажимать, если это буду не я. Это просто фантастика! Мирикл! Это Белкат! А, кстати, Ситора, это то самое животное? Да! Это было здорово, это было интересно, это было необычно, и это была магия. Спасибо, Куан. А я скажу так. Магия не магия, но свою профессию вы очень хорошо выполняете. Я говорю тебе «да». Мой ответ – «да». Я тебе говорю «да». Был и юмор, и вроде магия, и ты это делаешь так умело. И я говорю «да». У тебя 4 «да», и ты проходишь следующий тур. Спасибо большое! Спасибо! Талантливый человек талантлив во всем. Просмотреть видео – это тоже талант. Будьте с нами!